La 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 la. У нас задачи были в основном по чистовью работ, то есть окончательные. То, что вот видите, в основном вот плитка у нас, стяжка по этажам и вот малярка. Сейчас вот все входные группы, второй, третий, четвертый, все, значит, полы, стяжка, плитка и потолки. Потолки только 34-й делаем вот под витражом и с акардоном все обшиваем мы, а витражи там уже другая фирма. По этажам с 3 по 29 этаж, 3 секция, все, весь плиточные работы, мусорокамеры, лестничные марши, межквартирные и лифтовые холли, все плитка. Половая стеновая плитка выполнена, потолок сделан, потолок смотри. Мойка установлена, смеситель стоит. Выполнено все хорошо. Затруднений не были. У нас люди, мастера работают уже несколько лет с нами, самый главный. А материал вовремя все было. Все нормально. И подрядчики помогли для основного там. Нужно будет свет делали, все-все как
как полагается. Я думаю, вот вовремя сделали, все нормально, все довольны. Разводка вся готова. Ниши сделаны, пол, потолок заделан. Все выполнено хорошо. На объекте Дубровская Слобода сделали вот следующие работы. Вот устройство портала. Устройство портала на грузовом и пассажирских лифтах. С 4-го, с 3-го до 27-го, по 27-й этажи. Потом устройство плитки пола, а также прилегающий к ним карниз. Вот. Плинтуса. Потом подготовка стен к покраске. То есть базовая шпаклевка, финишная шпаклевка и в дальнейшем подготовка для покраски стен. Установки кнопок для визора лифтов. Все вот на каждом этаже по 5 штук. В приквартирных холлах устройство керамогранита на полу, также вот примыкающих к ним плинтуса. Также мы сделали откосы дверные и шпаклевали стены. Сейчас подготовили их для покраски. В тамбурах, ведущий на лестничную клетку, клали плитку на полу, плинтус, откосы дверные сделали, шпаклевка стен, подготовка стены к окраске. В лестничных маршах клали плитку на лестничных площадках и на ступеньках. На тех ступеньках, которые вот самоналичные, не заводские, а моноличные вот лестничные ступени. По времени у нас все в основном закончено. Остаются вот мелочи, как постоянно бывает возле и после нас ходит, и как-то это, где-то дней 10, неделю по местам. А вообще вот полностью закончим через дней 10. Там в основном затирки, где-то чего надо посмотреть, может где-то задели, там поправить, починки, все. А в основном уже сделано. Плитка лежит, шпаклевано, порталы все готовы, приборы все установили. В основном вот эти виды работы выполнены.